Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Дмитрий Песков оценил возможность отмены Парада Победы из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. «Подготовка продолжается, следим за ситуацией», — заявил пресс-секретарь журналистам. Накануне стало известно, что президент Казахстана Касым-Жармат Такаев отменил торжества в городе Нур-Султане. Власти страны приняли такое решение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, что парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая. Приглашения на торжества уже отправлены многим мировым лидерам. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.